ребята, страшно, капец. Я не могу вам передать, как оно засасывает. Нифига себе, Майки. Реально не получается. Фу, это что, презик какой-то? А мы тут не наткнемся ни на какую взрывчатку, мину. Немножко, если честно, стрёмненько. Погнали! Опа! Что это такое? Ты понимаешь, что фиг нам хабарбуса, а у нас только гипс, как ты это объяснишь? Полиция Киева, Рыжа, слухаю вас. Крутяки мои, класс. Вот это у нас природа, вот это вылазка. Майки, ты замер, ты писаешь там водички или что такое? Смотрите, не палится, делает вид, что просто зашел попить. Маламутики плавают, Рокки зашел, как бы я тоже в команде, но заходить стрёмно ему дальше. А Майк прям поплыл, посмотрите, как ответственно вообще, красавец. Лекси учится у папы, хе-хе-хе, крутые, вы крутые у меня, самые крутые. Рокки, не бойся, попробуй тоже зайти, ну попробуй, как они зайти. Ля-ля-ля-ля, Лекси прям ныряет головой. Ну ты чертенок, Лекси. Грязная, капец. Лера с ума сойдет, просто с ума сойдет. Да, без шансов. Наваляет мне. Вот это у нас, конечно. Фу, задумка, ребята. Вы шо? Вы хотели? Мы решили снять, как мы рыбачим на магнит. На мощный, крутецкий магнит. Мы приехали в очень специфическое место. И я надеюсь, что будет улов у нас соответствующий. Ух, я чуть не подскользнулся. Ни хрена себе оно засасывает, братан. Да, засасывает очень жестко. Я ж сам еле ноги двигаю. Так, надо было... О, Майки вместе со мной составил мне компанию, посмотри. Я прилипаю к дну. Ля, жестко, подожди, ты сильно за мной тогда не иди, чтобы ты, если что, меня вытаскивал за эту веревку. Так, надо было ее привязать куда-то к дереву. Ну что, давайте отсюда сделаем первый вброс. Майки, давай, ты туда погнал. Алян, там, по-моему, можно подняться. Я туда дойду или нет? Может быть, там какой-то уступчик и обратно. Ребята, страшно, капец. Я не могу вам передать, как оно засасывает. Оно реально засасывает. Вы посмотрите этих кайфариков. Со мной плавают. Рокки, давай заходи к нам. Ну что, первый брос? Давай. Делаем. Давайте, счастливы. Сразу поставили лайк, поделились этим видео. Надо было от комаров попшикаться. Что-то летает и кусает. Фух, я уже забыл, как это делается. Давайте сейчас попробуем сувернуть. Опа. Опа. Хорошо, тяни, пошло. Тяни, Мишань. Хорошо, пошло. А перчаточки мы не взяли. Вдруг что-то у нас будет тяжелое. Нужны перчатки. Перчатки в машине остались? Или да, тут... да. Так, ну давайте. Ну идет легко, мы ни за что не зацепились. Давай. Хорошо, ну тяжеленький, если честно, тяжеленький. Фу, конечно, тяжеленький. Потому что первый наш улов, вы посмотрите какой. Что там? Нихера себе. А, подойди поближе. Посмотри. Ого. Нихрена себе. В смысле, это пули? Это гильзы, да, гильзы? Это гильзы. Причем разные. Офигеть, ребят, я, извините, маленечко не шарю. Вдруг кто-то шарит, напишите вообще, с чего это поближе. Тебе вообще видно, может, там написано? Ля, давай, я тебе буду сейчас их передавать. Мы их сложим. А ну. Тут написано. Сейчас, ребята, STC 9/21. 9/21. Что это такое? Здесь шли боевые действия или что такое? В таком месте, что они могут делать? Жесть, вы посмотрите. 9. 9 давай патронов. Давай еще, Миш. Давай, да, конечно. Отвечаю, я вам не могу передать, как оно засасывает. Как оно жестко засасывает. И еще я не знаю, как мы потом в машину сядем. Просто вот стрельнуло в голову, это вдохновение. Чистое вдохновение. Ох, в натуре, Димон, ты будешь меня потом вытаскивать, если я куда-то сейчас забреду. Это жестко. Так, давайте сразу параллельно второй вброс. Посмотрите, я уже по пояс. Мы прошли буквально пару метров, уже по пояс. И у нас тут есть первый пассажир. Гляньте, живая улитка. Кто будет живую улитку? Хочешь познакомиться с улиточкой? А, Майки? Вот так вот понюхай. Хрум. Пусть плавает. Ну что, погнали? Готовы? Видно эту красоту так? Вот так вот три раза, как крещение. И погнали! Оп, улетела маленько в камыши. Меня учили, что в камышах карпы живут. Я надеюсь, мы никому сейчас сотрясение не устроили. Давай, Майки, обходи, иди сюда, помогай мне тянуть. Идет процесс. Ребята, я жду ваши комменты, что вообще здесь делают гильзы. Капец, я испугался, там просто камыш проплыл. Я думал, что это змея, реально думал змея к Майку. Кстати, а он голова, посмотри, я могу там попробовать обойти. Ля, он прохаванный. Реально, Майк прохаванный. Вот просто, вот когда мы тупим, хозяева, собаки шарят, вы прикинь.
прикиньте, как он сразу нашел спокойно. Так, я сейчас вместе с ними пойду. Опять у нас куча. Опять! Что-то укололся очень сильно. Посмотри, посмотри, опять гильзы. Блин, ребята, да сколько их тут? Это немножко, если честно, стрёмненько. Посмотри, их еще больше, посмотри, сколько их. Нафига они тут? Как они могли здесь оказаться? Это ж свежие, это правильно? Что-то странно. Если это очень старые гильзы, если бы это было со времен какой-нибудь Второй мировой, я не знаю чего, сейчас я попытаюсь развернуться, то они же были уже наверняка ржавые. Блин, что у меня тут такое колючее? Очень что-то меня колет больно. Но эти, посмотрите, свеженькие, то есть это кто-то недавно их выкинул. Что это, веточка? Да, это веточка. Mm-hmm. То есть их кто-то недавно выкинул. Нафига? Напишите в комментариях вообще из-за чего. Мы тут не наткнемся ни на какую взрывчатку, мину металлическую. Прикинь, если мы бахнем прям по ней, она сдетонирует. Блин, я вот когда сам такое говорю, понимаю, что вы что, дебилы тогда продолжать здесь вообще что-то делать. Нам как бы и сказали, что место здесь, вы по-любому здесь столько всего понаходите. Я не буду никому палить, что это за местечко, потому что оно немножко, ну, тут находиться как бы специфически. Вот майки, посмотрите, спецназовец, просто спецназовец. Идет вообще такой именно, аккуратно, как ниндзя на. Да, как ниндзя, зашифровался. Так, ну на, Димончик, давай тогда их забирай, а я попробую тоже там сейчас обойти, где и майк. Опа, ля, сколько их. Как вы думаете, сколько их здесь всего? Сколько их вообще здесь может быть на дне? И еще раз, что они здесь делают? Давайте, 100 тысяч лайков на этом видосике. Ладно, давайте не будем выпендриваться. 33 333 лайка. Ну вы реально это можете за один день сделать. 33 333 лайка. И мы здесь поплывем на середине. Вы видите, что здесь с краешку? А, хотя видите, забазарился. Тут тоже вон только что нашло 4 гильзочки. 5 гильз. Но вы прикиньте, что мы найдем там на глубине. Вы прикиньте, что там на глубине, если мы с лодки попробуем набросать. Или саб на доске, на туре, на доске. На лодках, по-моему, запрещено плавать. Да похер, короче. С середины озера попробуем вот так вот магнитом порыбачить. Ого-ого. Фу-фу-фу, подскользнулся. Майк как-то ювелирно ходит, что не падает. Так, а ну, блин, тут комары. Так, сейчас мы пройдем чуть дальше. И попробуем прям на середину куда-нибудь закинуть. Я не знаю, насколько это реально. Блин, у меня такое ощущение, что у меня в ботинке пару гильз. Мне кажется, что в натуре я в ил вступил, и мне прямо в ботинке гильзы залезли. Блин, мне кажется, это не прикол. Вот серьезно, сейчас. Мне кажется, что это не прикол. Так, ну, Майки, фу-фу-фу, посмотрите, что у него с головой. Майк, извини, братан, прости, родной. Майки. Нет, не накрутил, братан, посмотри. Еще? Две гильзы. Тупо две гильзы у меня в ботинках. Тупо в ботинках. То есть, я прикиньте, наступил в ил, меня засосало, и там мне оно залезло туда. Две гильзы. Две гильзы, мать его. Круто было бы еще занырнуть сюда с GoPro-шкой, потому что я вижу, здесь столько всего плавает. Здесь по-любому разные пиявки, змеи, какие-то гусеницы. Кто тут только не шарится. Так, ну я боюсь, что если я здесь соскочу с этой тропинки, то здесь будет уже выше, чем мне по шею. Так, давайте, а ну держишь другой конец, чтобы не улетел? Да, да. Готовы? Так, и... Натянулась сильно, да? Нам надо, видите, какая у нас еще штука? Ее надо развязать, наверное, чтобы мы могли подальше кидать. Но все равно, ты увидел, куда оно полетело? Ты успел снять? Да, оно было. Оно реально очень далеко полетело. И, кстати, тянется. Прям так слышу, как оно дрожит, прям дрожит. Пишите в комментах. Я вообще просто не смотрел на Ютубе ни одного видоса, ни одного видео не смотрел блогера, кто что находил. Какие вы видели самые прикольные находки из-под воды, что вообще могут достать? О, я уже вижу, братан. Я уже вижу, кроме вот этого всего, опять гильзы. Посмотри, 4 гильзы. Здесь что-то очень много гильз. Окунем, помоем. Опять 9 на 21. 9 на 20. А тут разные, тут на каждой разное написано. 9 миллиметров ПА ВИЙ СТС 9 на 21. Блин, меня комары жрут со всей силы. По всему телу уже облепило. Я держу камеру, они у меня просто на руках, на пальцах. Ребят, извиняйте, если качает камеру, их тут тьма. И моя попытка номер 7. Ого, тихо, вы чё, мои хорошие? Вот так вот они именно бегут, переживают. Вы чувствуете, что сейчас будет какой-то улов крутой, да, Майки? Ты чувствуешь, что какой-то крутой улов? Ну смотри, уже почти дошли. Так, убираем водоросли сразу. Убираем водоросли. Еще, братан, еще 4 гильзы, посмотри. Причем одна капец какая горелая, а 3 такие чистенькие, тоже 9 миллиметров. Но это все тоже разные надписи на них. Так, это мы все тоже собираем и себе в кармашек, Майки. Давай, Майки, а ну сейчас, иди сюда, Майк. До твоего шнобеля дотрагиваюсь. Майки, да, вот я сполоснул. До твоего шнобеля дотрагиваюсь. Сейчас фарт, посмотрите, сейчас будет сразу, оп. Есть контакт. Банзай!
О, мы туда еще в ту сторону не швыряли. Сейчас будет реально что-то крутое. Да, посмотрите, Майк полноценный рыбак. Вместе со мной фигачит. Лекси тоже. Вы вообще где-то такое встречали? Вы реально встречали таких охотников? Ля, Кай. Опа, опа, опа. Идите сюда, мои хорошие. Тут, кстати, походу не глубоко. Миша, аккуратно. Тут глубоко. Лекси, колеса, я моя девочка. И вуаля. Та-да. Стой, малышка, стой. Да стой, будешь смотреть? Тут у нас... я не знаю, сколько мы килограмм гильз найдем. Ребят, сколько мы найдем? Посмотрите, сейчас я сполосну. Это ж капец просто. Посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 11 гильз за раз. Сколько их здесь? Вы представляете вообще, сколько их может быть здесь в местности, что мы каждый раз закидываем и достаем столько гильз. Хорошая моя, тоже идешь ко мне, ты тоже к нам рыбачить? Не, тут батя, тут такие чисто старые, закаленные. Волки, иди, малуй, учи. Учи, братанчик, давай. Но у меня ощущение, что мы в таком месте находимся, как будто здесь какой-то сейчас может крокодил приплыть. Или змей, или что угодно. Так, где трос, чтобы он не натянулся Майку по горло? Я сейчас буду делать вброс. Так, а ну надо натянуть, Майки, надо натянуть. Извините, малышек. Опа, мы готовы. Ты готов, Димон? Да. Готов? Опа. Банзай! Есть, вообще четко, четко пошло, красиво, мне понравилось. Но мне кажется, что мы можем взять лодку, и реально на лодке мы тут такого найдем, если прикинь, знаешь, куда Майк пошел? Оружие, может, какое-то? Кто-то утилизировал, походу, сюда, просто повыкидывали. Ну, лишь бы здесь не было никакой реально гранаты, именно мины. Ой, какой-нибудь, да. Противотанковой, это самое страшное, что может быть. Опять у нас тут куча, в очередной раз, я не удивлен. Хотя очень далеко забросил, всего 4 гильзы. Так, помыли. Есть еще 4. Слышь, Мишаня, попробуй не закидывать, а у себя под ногами просто поилось, по дну, вот у просто себя по дну. Да, да, прям тут. Попробуй, вот. Да, тут по дну поилось. А я не понимаю, я по дну ее ложу, оно упало, потому что оно именно, оно все время уходит вниз, тут столько этой, как его, ил. Я сам тут стою, я не могу ноги поднять, потому что они присосались. Да. Я попытаюсь развернуть. Блин, колючее, много всего колючего. У меня ногу всосало, прям... Не могу достать. Ну, это самое дискомфортное видео, которое мы снимали. Так, я развернулся. Опаньки. И... Да, шо? Тоже гильзы. Есть? Тоже гильзы, да, тоже есть. Все такое именно... Тебе видно, какое оно такое неприятненькое? Такое, да. Тоже... Тут есть одна, которая целая. Она не выстреленная. Да. Обычно ладно. Гильза, а тут вон патрон. Два патрона. Прям тут прям два патрона. С пулей? Патрона. Да, два патрона с порохом, еще не выстреленные. Да это не, ну сколько они в воде пролежали, они по-любому. Тут разные. Тут смотри, тут есть гильза от огнестрела, которые закругленные такие, это от травмата гильзы, а которые вот такие ровненькие, сейчас его как бы отодрать, это от огнестрела. То есть тут и от огнестрела, и от травмата гильзы разные. Эти комары просто беспощадные. Вы видите, какая у меня херня уже здесь напухла? Что-то больное, точно не комар укусил, болючая, капец. И тут, походу, первая гильза, которую я вижу именно с автомата, это не с пистолета, а именно с автомата, походу. Может, я ошибаюсь, кто-то меня в комментах поправит. Я вообще, у меня взрыв мозга, я тупо не понимаю, что здесь происходило и что мы можем здесь еще найти. Майки, давай, мой хороший, вот так вот, да, тронулись и швырнем здесь недалеко, пройдемся. Хракс! И тащим, тащим, давай, давай, давай. Наматываем. Майки, сразу достаем. Достаем. Что это такое? Виднеется что-то, скажи. Есть что-нибудь, Майки, есть там или сразу выбрасываем? Я думаю, что все-таки что-то есть. О, есть, да вы посмотрите, сколько их тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Нифига себе, Майки. Лекси, ты чувствуешь, что когда эти, блин, сюда куда-то бы водичку, получается дотянуть? Меня просто так сильно засосало, не хочу нырять с головой. Да, Лекси молодец, помогает девочка, молодец. Лекси сейчас нам тоже принесет удачу, сейчас посмотрим, что у нас она помогла. Кстати, тяжеленькая, тяжелее, реально тяжелее, чем все предыдущие. Комары, я не могу, мы, кажется, не доснимаем это видео, потому что мы уже здесь около 40 минут. Места живого нет, чешусь весь, руки, ноги, у меня ощущение, что меня даже под водой кусают. Нет, просто тяжелая, потому что очень много водорослей, наверное. Фу. О, тоже гильзы вижу, еще гильзы вижу. Так, сразу, давай, давай. Опаньки, посмотрите с этой стороны. Все с одной стороны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Причем тут вообще сейчас другого цвета тоже гильзы. Вон. Одна такая. Фу, это что, презик какой-то? Что это такое? Что это за мерзость? Миша, не...
Ты зашкваришься. Почему он металлический? Почему он примагнитился? Что это за бред? Это железного человека. Не, это водоросли, походу. Сейчас на вкус попробуй. Миша. Мерзость. Я понимаю, что ты блогер и на все готов ради контента. Но не на такое. Нет, не на все. Вот еще плюс две гильзочки. Топовый блогер. Стоит просто в какой-то луже. Нам бы теперь бы Майка не зашибить. Куда это он так встал? Опа, опа, опа. И... Кадыщ! Мы сейчас по местному пройдемся. И ляпс. Та-да! Голова водяного какого-то. Напишите, пожалуйста, в комментах, чем это вообще чревато, чтоб я знал, можно мне устраивать вообще такие приключения, или это опасно и лучше так не делать. Раз, два, три, четыре, пять, еще пять. Еще пять гильз. Все снимаем, все в карман. Попробуем поменять локацию, еще подойти поближе к Майку. Опаньки, Майки, помогай мне, помогай. О, да. Ох, как я воняю, ребят. Запах нереальный. Я не знаю, что нам делать в машину. В салон-то Лексуса залазить вот такими. Мы ничего, что мы затупили? Что мы затупили и ничего не взяли с собой, а? Это капец какой-то. Опа. Так, распутываем, чтобы оно улетало еще у нас дальше. Так, давай, Майки, что у нас тут за улов такой? Посмотрим. И вуаля. Ляпс. В принципе, мы ведь хорошее дело делаем, правильно? Мы очищаем это озеро. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. 13, 14. 14 за раз. Блин, офигеть. Миша, так а каждый кидок ты высовываешь их. Тупо каждый, реально. А прикинь, каждый. Если б магнит был размером с твою голову. Сколько бы ты мог бы повысовывать тут? Я даже не представляю, Майки, ты это видал? Да ну и швырануть магнит с размером свою голову сложновато. Сейчас его аккуратно. А ну в ладошки покажи. Та-да! Наклони руку еще немножко. Та-да! Один упал, мы его обратно. Мы его сейчас поймаем обратно. Не достал? Нет, не поймали. А попробуй вот, прям вот тут вот кинь и все, вот. Прям вот перед тобой в метре, да, вот так. Есть? Есть. Есть? Одна есть. А вот это она? Да. Не, это не она. Ты что, какая она? Она упала. Не, ну может она уже уплыла туда? Так, мы сейчас в натуре пройдемся сейчас здесь. Да, вот тут прям рядышком попробуй. А, ну. Мы сейчас везде, прикиньте, мы вот так вот именно как эко-активисты, мы сейчас пройдемся вот так вот вдоль берега, везде тут поищем. Не, ничего нету. Первый вброс, когда ничего не достали. Это был реально первый заброс, когда реально ничего не достали. Видишь, они все-таки подальше, они не возле берега. То есть это их или с лодки сбрасывали, или что здесь вообще было. Второй заброс, ничего нету. Mm-hmm. Посмотрите. Второй. Ну, короче, то есть они все подальше, видимо. Майка, покажи морду Майка, это капец какой-то. Ты чё такой грязный, а? Так, ну, Майки, фу, посмотрите, что у него с головой, Майк, извини, братан. Нас Майк. Домой не пустит. Майк. Короче, здесь возле берега нету, швыряем еще дальше. Но уже заходит солнце, ребят, поэтому мы сейчас ускоряемся и... Опа! Посчитаем, сколько мы вообще их наловили. Вот падла, я опять застрял, а она улетела. Давай вот так вот волной сделай, волной. Потому что меня опять засосало. Вот так вот рукой так. Сейчас, подожди. Ты мастер. Фу, ты просто меня обхлюпал все лицо мне. Я понял, все, спасибо. Не требую помощи. Тяни, Миш, ну тут именно само все такое. О, а магнит это как с удочкой. Если мы подождем минутку, может как-то металл тоже сплывется и клюнет, а? Да вы шо, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь с одной стороны. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17 штук, посмотрите. Это рекорд? Это рекорд? Ну, наверное, да. Все в кармашек, я надеюсь, оно у меня с кармана никуда не девается. Майки там контролирует именно с той стороны камышов, что происходит. Я тут сейчас вот так вот намат. О, тяжело идет, и посмотрите. Ля-ля-ля-ля. Вы шо? Мазафака. Реально не получается. Майки, помогай. Посмотрите, натянулось и тупо не идет. Вообще не идет. Майк, как-то надо спасать ситуацию. Мазафака. Реально зацепилась, вообще не получается. О, кажется, пошел процесс. Пошел. Майки, давай, иди сюда, мой хороший. Плыви, давай, выходи. Он тоже, видите, как шеи тащит. Он помогает тащить. Реально, Майк услышал, и вон, посмотрите, как тащит. Ты молодец, Майки. Капец, ты умный пацан. Попросил помощи, ты обошел веревку и поплыл именно. Вытащил, реально. А ну, сейчас обойди. Реально, он вытащил ее. Идет теперь? Да, теперь идет. Вы прикиньте, нифига себе. Я в шоке, какой ты умный пес, Майк.
Майк, нифига себе! Вы видели? Все на ваших глазах. Попросил помочь, и он помог. Что у нас тут такое? Что за уловчик? Опаньки, еще есть. Так, сейчас мы это все скинем. Ля! Капец, сколько их. Мне кажется, вот это вот рекорд. Майк установил рекорд. Давайте считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 штук, 19 штук, 19 штук, прикинь. Да, это рекорд, 19 штук. Нифига себе, капец, капец. А что нам с ними делать? Вот мы их сейчас все соберем. И куда мы их? Домой, просто домой притащим. Что мы с ними будем делать? Их куда-то нужно сдать. Их вообще правильно нужно утилизировать. Что вообще делают с гильзами? Хотя военных сейчас много, сейчас узнаем легко и быстро. А помните, как мы в горах, в Карпатах, в Буковеле вместе с Лерой и собаками с водопадов доставали? Мы на рыбалке с магнитом. Ловим на магнит возле такого красивого местечка. Давай, 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 смелее. Ого! Ого! Офигеть, прикиньте! Димон, а вода здесь в озере не меняет же свет, когда я писаю, как в бассейнах? Никто из зрителей не спалит, когда я такой именно чуть-чуть сыканул? Воу-воу-воу, Лекси, не надо сейчас сюда идти, подожди, пусть она немножко расплывется. Так, чувствуете? Я сейчас чувствую мощный заброс. Воу! Хорошо, прям хорошо дало. Давай, хорошо, тянись так, за веревкой. Так, глянь, Лекси помогать вышла. Нос, ты видишь этот нос, который там такой торчит, что-то в пещерях торчит? Да. Холесая девочка. Опаньки, опаньки. И вытаскиваем, зайка, для тебя. Этот улов я посвящаю тебе. Кстати, я опять у себя в ногах чувствую гильзы. Опять у меня гильзы прямо внутри ботинка. И вуаля. Мне кажется, можно целый аквариум дома замутить такого размера. Ух, сколько водорослей. Мы можем свой магазин открыть. Так. Ля, прикинь, так далеко ни закинули. Одно. Мы что, реально уже все выловили? Так далеко пошло и ни одного? Ни одного, офигеть. Так оно сразу же. Погнали! И сразу тащим, тащим, тащим. Ух, что-то тяжелое. Миша, не упади только. Как бы еще собаки сильно не разбежались. О, вижу, что это есть. Уловчик есть. Посмотрите, пожалуйста. Еще раз одна. Гильзочка. Два гильзочка. Но уже не такие уловы, как по 17 штук. Посмотри на мою. В кармашке такой именно. Опа. Нормальная волына, Барбос. Нормальная волына, Барбос. Сорвали чеку и полетело. Миша. Чуть-чуть меня оно подскользнулся. О, мерзость. Жопа тебе. А ну стоям бы. Что такое? Что, в болото в Филиплейн залез? Ну ты кадр. Ни. Я на с такой семьи. Я с богатой. Так, зато улов, улов, улов. Такой неудачный кидок, а улов и улов тоже. А, нет, 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 с этой стороны такой меня хотело обмануть. А все-таки есть. Раз, два, три, четыре, пять. Пять штучек. Пять штучек. И они тоже все, видите, они разного размера, разного цвета. Причем, ну, то есть тут дебело кто-то постарался. Раскручиваем, раскручиваем. Есть. Ого, ну это прям далеко ты закинул, да. Давайте по кустам возвращайтесь, куда вы там убежали. Так. Прям очень далеко полетело. Да, всего одна. Теперь, вот прикинь, если бы мы случайно гильзу нашли, мы бы капец, у нас был бы взрыв мозга. А тут, когда каждый заброс делаем по 10 штук, а, ну всего лишь одна как-то, всего лишь одна гильза. Мне кажется, их тут вообще море, этих гильз. Непонятно, почему они тут. Ребята, как вы думаете, почему они тут? Напишите в комментариях. Нет, тут возле, когда рядом бросаем, тут нету. Я не знаю, мне кажется, мы килограмм 100 уже выловили. Давайте последний заброс, потому что уже реально темнеет. А нам ехать домой еще полтора часа. Полтора часа. Поэтому давайте, последний заброс. Все вместе пожелали удачи. Майки, ты пришел меня поддержать в последнем забросе, да? Опа, и вуаля. Есть, есть еще три штучки. Есть. Мишанька, а ну подожди, смотри. Опа! Нормально, нормально. Это лучше мой помощник, самые экстремальные съемки. Опаньки, опаньки. Мы сюда столько набросали гильз сейчас, причем я еще чувствую, у меня и в ботинках. Вы посмотрите, сколько воды, я прям чувствую. Посмотрите, сколько гильз здесь у нас на земле за все это время мы рыбачили. За Димоном там еще таких три кучи. Это просто жесть. Сейчас приедем домой, будем все доставать и... Фу.
Сейчас. Ля-ля-ля-ля, посмотри. Ботинка. Посмотри, сколько у меня в ботинках. Это я ходил, сколько у меня в ботинках гильз. Это просто жесть. Тащит, тащит Димон улов. У меня тут наша удочка в руке, а у Димона там ух, сколько этих патронов. Просто капец. Сейчас приедем домой, продемонстрируем вам. Это жесть, Зай. Да, а прикиньте, сколько. Домой. Нам же было интересно их пересчитать, отмыть, что а здесь, пересчитать? Какие. Ты понимаешь, если к нам хворбутся, прикиньте. А у нас столько гильз, как да, ты это объяснишь? Ну, типа, это да. Очень много. А вы мягко скажем. Это по... Нет, мы информацию не будем сдавать, где это, но это жесть, но просто это жесть, будто, вы прикиньте, типа, сколько или там в этом болоте кого-то очень жестко мочили, или мочили не один раз в одном и том же месте. Поэтому, мне кажется, в следующий раз страшное. Вы туда поедете, мне кажется, вы там трупа можете найти, но это очень много. Очень много, ребят, вы прикиньте, да. Просто понимаешь, прикиньте, сколько их тут сколько? Еще, сколько, 300? Да какой 300, тут намного не больше, не какой... да тут и больше 1000, наверное, я их еще не пересчитывал. Напишите в комментариях. О, кстати, вот смотрите, это целенький, это, опа, это травмат, тут есть огнестрельный, есть целый, тут мы много понаходили целых, тут есть целые еще, кстати, огнестрелы, целые травматы. И вот видите разницу, вот здесь вот оно такое вот закругленненькая концовочка, это травмат, а вот это вот огнестрел. Напишите в комментах, как думаете, сколько их здесь? Сколько их здесь и сколько их там еще на дне осталось? Посмотрите, сколько их тут. Просто капец. Просто капец. Это ж нет... Ну, у меня реально нет слов. Я даже не знаю, какие могут быть предположения. Откуда их столько? Почему их там так много? И что нам с этим всем делать? Что нам с ними делать? А, Алексей, что мы с вот этим всем будем делать, ребят? Напишите. Пишите в комментариях. Все, до следующего видосика. Если вам зашла такая рубрика «Рыбалки на магнит», написали, поделились этим видео и ждем нового видосика. Всем пока!